Такой себе сейчас видос будет, мягко говоря, не запланированный, уже середина ночи, а запись пошла. Короче, я немножко бомбанул. Сейчас я вам объясню все по порядку, друзья. Фишка заключается в чем? У нас снова открылся архидемон, и как бы круто, да? И он снова подвергается такой херне, как снижение энергии, то есть разбросом. И этот демон, короче, демон, сука, чувак с мотыгой, он отражает урон, если он включится. То есть, ну, здесь вообще никак. Тут надо вообще разбросом захерачить по полной программе, чтобы было весело и не скучно, как говорится. Что же у нас получается, друзья? Получается вещь такая. Зашел я буквально там без 15-12. Ну и давай кое-как быстро героев собрал. Думаю, как и в прошлый раз, у меня получится сделать так, чтобы этот архидемон взял и не включился. Разброс я даже никакой не использовал. Просто шару поставил, дракона, питомцев. Думаю, да, вся сейчас все огонь будет. Типа, Саша, ты не беспокойся. Ну и, грубо говоря, два раза я разбился об данного архи. Ну и потом, короче, психанул. Моя психованность для моего аккаунта обошлась достаточно дорого. Ну, что я сделал? Глянул на рейтинг, смотрю, там Медевин первый, написал ему, типа, Жень, чё, как там, сколько разбросов надо? Вот, и он мне рассказал, что у него там на ведьме восьмой разброс стоял, еще пару сетов пятых. Я такой, блин, короче, камон, чё делать? Ну, думал, а у меня-то, знаете, у меня героев с восьмым разбросом, вот сейчас вам, чтобы не соврать, то есть, ну, у меня череп есть с восьмым разбросом, но черепа как-то там использовать, ну, не особо хочется. Можно еще попользовать, к примеру, душегуба. Душегуб, если я не ошибаюсь, у меня с седьмым разбросом. Где этот кусок упыря? Упырь! Сука, ох, разработчики надобавляли героев, не найти нужного. Сука, душегуб, ты где? А, вот, ты же у нас со скином. Но он седьмой разброс, да, у него восьмое умение. И как бы тоже хотелось бы именно вот таким вот составом долбить, ребятки, да. Вот таким вот составом, самым оптимальным для данного архи. Но здесь у меня у героев восьмого разброса нету. И рун у меня там не особо так и много. Я такой думаю, что ж делать-то, а? Что ж делать-то? И решил психануть. У меня было около 150... карт смен таланта. Я думаю, ну давай я возьму разиков так 30 ударю. Разиков 30 ударю. У меня же этих смен дохера. Ну вот. Ну упадет разброс, поставлю на ведьму. Не упадет разброс, не поставлю на ведьму. Было 150 карт смены таланта. Смотрим. Разброс, как вы видите, я получил. Но карточек не осталось. И 150 карт мне не позволили выбить разброс. Я выбил бог войны. Я выбил реаним... Понимаете, если бы я знал бы, что я психану по полной программе, как последний наркоман утырок, понимаете, я бы включил бы видос намного раньше, чтобы вы посмотрели этот прям безумный роллинг талантов на моем основном аккаунте. Ну извините, чего нет, того нет. Ну так вот, потратил я 150 карт смены таланта. Выбил я бог войны, который слил, выбил я реанимацию, которую поставил вторым талантом Вальтору, потому что основным талантом там бог войны, конечно, основным талантом, вторым талантом я бы хотел бы там каменку видеть, ну, короче, ну да похер, когда-то у меня Вальтор был с пятой ремкой, потом я взял эту пятую ремку, слил, поставил ему восьмой бог войны, и сейчас в нынешних реалиях игры Вальтору восьмой бог войны не нужен, потому что он, сука, убивается как чертило об отражение, да? И думаю, ай, похер, ставить все равно некому, поставлю пятую ремку Вальтору вторым талантом. Выбил там еще всякие самоуничтожения, вот замедление пятое выбил, ну вот всякое такое, да? Но разброса не выбил. Думаю, блин, знаешь, вот так вот, как наркоман, почесывая щеку правую, я такой, типа, бля, разброс не выбит, 150 карт потрачено! У меня было 37 тысяч самоцветов. Как вы видите, осталось 30. Я еще 7 тысяч самов влепил туда. И что вы думаете? Не выбил я разброс. Что я сделал тогда? У меня же на черный день, или когда появится новый герой,
или когда я решусь выбить какой-нибудь там этот новый талант, у меня копились коробки таланта пятого уровня. Вот, копились они, копились. Ну и, короче, штук 17 или 16 у меня было. Три штуки открыл. Ё-божечки, я выбил разброс. Ну и что сегодня будем делать, друзья? Тратить ресурсы, твою ж дивизию, за левую пятку, поглаживая мизинец. Ой, блин, нахера мне это все надо? А потом, после обновления, возьмут еще, уберут это... Потом снова разброс нахер не нужен будет. А я ж не медиа, ну типа ведьмы. Короче, ладно, вы сами все видите. Ну это совсем... Ну это такое совсем. Вот просто я не знаю, я не уточнял ни у кого. Может быть это ошибка, может после обновы это исправят. И как бы... Архидемоны снова будут, как вам объяснить, им снова будет плевать на разброс. Ну а вдруг так случится, я не знаю, может это вот накосячь. Ну короче, хер его знает. Может быть получится так, что зря я сейчас трачу ресурсы на все это дело. Ну да похер. Нужно иногда совершать тупорылейшие поступки, чувствовать себя маленьким Медевином, не знаю. Вот. У него-то ресурсов до хера, у него там, наверное, лям какой-то висит, этих кулаков, как и у Зверского. А у меня-то все ограничено, друзья. Улучшить. Я не знаю. Но 5 камушков у меня есть. Значит, мы потратим только 6 тысяч. Блядь. Сука, жалко. Бля, реально жалко, ребята. Не могу, жалко. Короче, давайте оставим 7-й разброс. Сука, я еврей. Давайте оставим 7-й разброс. Угу. Угу. Топор раздора. Далее, надо где-то 5-й разброс найти. Давай. Эмблема. Она же у меня, надеюсь, в эмблемах. Но не рунами же. Ладно, где-то у меня лежит 5-й разброс. Я верю, он у меня должен был быть. Хотя бы 1/5 руна. Ну и посмотрим, я сейчас... О! Я сейчас как бомжара наскребу все это дело. Давай, блин, плевать сюда. Как бомжара наскребу все это дело. И надо еще... Блять, Медевин, у него 8-й, и он вроде 2/5 ставил. Надо еще куда-то 4-й всунуть. Так, ладно, ищем разбросы. Ну, 4-й-то у меня должен быть где-то. 4-й разброс. Супер видос. 4-й разброс. Супер видос. Короче, пиздец, блядь. Лег я поспать, короче, пораньше. Ну тут, блин, 2 часа ночи, короче, я такой, давай там разбросы соединять, объединять руны. У меня есть 5-й сет разброса, я думал еще сделать 2 четвертых, но мне хватило только на 1 четвертый сет. А на 2-й четвертый сет мне в конечном итоге не хватило 2 первых руны 2-го слота. Я думаю такой, херня вопрос, схожу-ка я в королевскую битву. Да, блядь. Ходил, туда самоцветов потратил. Вот. Дополнил недостающую 1 руну. Но! Хоть убей, еще, ну, типа, последнюю 1 руну, первую, которую мне не хватает, я, короче, не смог раздобыть. Капец. Ну, то есть, ну, просто из-за одной сраной руны. Из-за одной сраной руны я не могу себе еще один 4-й сет разброса замутить. Короче, судя по отзывам, люди со стрелками там 8-ми упарываются, ну, там, ну, короче, с 8-ми разбросами упарываются и тоже, ну, не получается полностью энергию сбить. Ну, блин, давайте понадеемся на халяву, не знаю, вот сейчас еще этот открою, да? Ага, хер там. А хотя, вдруг именно с этой херни мне возьмет да упадет. Мне возьмет да упадет нужная руна.
Ага, руна бога, ага, упала. Подожди, еще отсюда. Ну давай. Ну пожалуйста. Четвертый. Но мне четвертый не надо, мне как говна, мне второй слот надо. Понимаете? Очень-очень маленький шанс, что вот именно возьму, короче, вот выбью это, да? Ну вот. Просто. Просто с головой с моста, друзья. По-другому это не объяснить. Короче, давайте идем сюда. Заходим сюда. Еще раз просматриваем. Может, где-то все-таки какой-то разбросик есть. Ага, ну здесь пятый, да, это понятно. Это я уже ставил. Может, где-то я пропустил. Я уже с ума схожу с этим видосом. Просто это реально такой дебилизм. Ну ладно, я, конечно, все это время не только там сидел, пытался в королевской битве пройти, там, получить одну недостающую руну разброса. Ну, я еще завис на Ютубе, я там, короче, видосянский посмотрел. Ну, вы знаете, это вся стандартная история. Я думаю, что многие из вас тоже хотят пораньше лечь спать, потом херак, там, на один видос напоролись, на другой видос напоролись, и все. Пошла рванина по кругу. Короче, все понял. Понятно. Идем как есть. Давайте, ну, типа, если... Если эта падла сейчас включится, тогда, конечно, придется восьмой разброс качать ведьме. А что у нас тут получается? Ну, давай мы возьмем тут четвертый разбросик всунем, да? Раз. Видишь, один сет. Раз. Раз. Вот буквально одной руны не хватает, да? Ну, а третий разброс, я думаю, нету смысла на кого-то сувать. Так. Пятый стоит. Здесь замедло. Ну, окей. Давай попробуем, давай попробуем. Что нам терять, ребят? Что нам терять? Давай. Архидемон. Полетели. Полетели. Старт. Так, это мы делаем вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Ставим щит. Ну, вроде бы он не включается. Ну, как мне Медеин объяснял, что... Блять. Вы прикиньте. Нет, вы прикиньте. Медеин объяснял, что проблема заключается в том, что... блять, у меня на ровном месте проблема. Что, короче, ты одного демона убиваешь, если появляется второй, если ты не успеваешь, типа, сбить со второго под разгоном, то тогда жопа. Ладно. Говно вопрос. Блин, ну это... Ну это как бы это жестко. Ребят, это жестко. Улучшить. Обмен славы, давай. 2, 3, 4, 5, 6. О, нет, мне 5 надо. Все. Теперь здесь восьмерка. Ну, а все, по-другому я уже ничего не могу сделать. Ну, я могу взять кому-то поставить третий разброс. Ну, что он сделает? Ну, просто сниматься энергия не будет, ну, и как бы и добавляться энергия не будет у героя. Ну, давай с восьмым разбросом. Я, типа, ну, шара-то у меня стоит. Дракон тоже стоит. Ну, типа, камон. Блин, это жестко, друзья. Пятый сет стоит разброса. Давай еще раз. Столько ресурсов потратил. Отнимайте энергию. Не дайте этому говнюку включиться. Мне кажется, он включится. Мне кажется, он включится. Мы еще разогнались. Ну, вот почти чуть не включился. Вот это... Ну вот он там на пределе, короче.
Вот не хватает еще одного четвертого сета, я думаю. Но мы-то его сейчас ушатаем. Мы-то его сейчас ушатаем первого. А вот вопрос, когда появится второй. Мы под разгоном в него не ушатаемся. Я даже, ну, толком не могу понять, какой у нас там. Ну, у нас должен быть максимальный разгон. У нас должен быть максимальный разгон. Интересно, двух архидемонов мы задолбим или нет? Вот сейчас час икс, ребята, да? То есть сейчас будем смотреть. Сука. Блять. Пидор. Пидор. Блять. 6000 кулаков, сука. Хуй вот туча ресурсов. И ты, гондон, включился. Пидорас, блять. Ну просто у меня, блять, 2 часа ночи, сука. Падла, блять. Я хочу именно таким составом тебя, мудака, пройти, блять. Ну что мне делать, блядь? Бесит. Что я набил тут? Это так. 1 450 000. Ну это вообще херня. То есть я там где-то в жопе мира буду. Я даже одного не убил. Да. Реально одной руны не хватило до четвертого разброса. Ну, типа, до еще. То есть, смотрите. У меня, допустим, здесь разброс четвертый. Ставил бы еще здесь четвертый разброс. Я могу, допустим, попробовать взять еще кому-то разброс выбить. Стрелка. Ага. Может, единственное, что типа. Может, я неправильно раскидал разброс, да. Там на каких-то других героев закидывать, да, у кого там скорость атаки лучше. Да, здесь видишь, у него маленькая скорость атаки. Тут понятно. А, тут у него... Да, ему надо, короче, огнекрылу было пятый разброс ставить. Я все-таки лоханул. Может быть, я и продержал бы. Блять, а попыток нету. Падла такая. Ну, хотя там в любом случае у них у всех максимальный разгон. В конечном итоге получается. И типа там уже похер у кого какая скорость атаки, если я не ошибаюсь. Короче, это жестко. 900, сука. 900. 900. Ладно, короче, такое злое у нас сегодня видео получилось. Не знаю, когда я его опубликую, когда вы будете надо мной ржать. Может, проснусь, смонтирую, опубликую. Может, это... Первым видео выйдет после трехдневной паузы. Всем разбросов.